На вопрос, где живут чудеса, фотограф и путешественник Юрий Радичев отвечает – на планете Земля. Он вместе со своей командой побывал в десятках экспедиций. На его снимках пейзажи со всего мира. Айсберги Антарктиды, африканские львы, водопады Исландии и Венесуэлы. Только по России проходят около 130 его выставок. Теперь с работами фотографа можно познакомиться в детской картинной галерее. Больше всего Юрию Егоровичу запомнилась майская экспедиция по закрытым местам Индии. Никогда не пролетал самолет над этими местами. Мы пролетели на самолете. И даже в Министерстве иностранных дел Индии сказали, ну вы даете, туда люди вообще туда не пролетали никогда. Им не разрешали просто, даже местным не разрешили, а здесь европейцам разрешили работать. Одни ищут чудеса на свежем воздухе, а другие знают, что все чудесное в руках человека. Парадный зал, бывшую гостиную Клоттов, украшает елка, а на ней игрушки ручной работы. Сделала их Евгения Шадрина. Здесь целая коллекция персонажей из сказок Андерсена. Делали на каркас, то есть более тонкие вещи. Лица и руки делались из, не из ваты, а из самозатвердевающей массы. Делали, одежда уже делалась из ваты. Маленьких посетителей выставки ждут рифмованные загадки, ребусы про Новый год и зимние игры. Сказочная тема продолжается в кладовой старого дома. Здесь есть забытые старинные часы, шляпные коробки и чемоданы. За годы в них успели поселиться самые неожиданные жильцы. Гости выставки смогут увидеть каждого. Мария Илчан, Николай Сидоров. События.